Sang-yong is Sierra Na'an, then I must find him before he finds Wang Yangming. Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Assassin's Creed Chronicles China. Продолжаем проходить эту игру Хроники Китая. Оу. Оу. Сейчас. Ага. То есть, в предыдущей серии мы убили какого-то там заместителя главного хрена, то есть, как... Да вы что, издеваетесь нафиг? Харе уже может? То есть... Да ты твою мать! То есть, какого-то заместительного там главного там чувака и... Вашу мать! Вот это хреново. И в этой серии нам нужно спасти... Да вашу мать! Ладно, я понял свою ошибочку. Сейчас будем избегать даже столкновения с ними. Потому что... Ой. Потому что, видите, ребята, что с ними даже лучше не сталкиваться, потому что сразу все прибегут, как только нас запалят. Лучше вот так. Так, дальше. Ну тут лучше вот так, потому что мы бы туда опять не успели, и нас бы опять убили. Давайте, давайте, давайте. Ну, в принципе, да, они сейчас как бы сбегаются. Это продолжение предыдущей миссии, тогда, когда мы... ребята... Тогда, когда мы убили ихнего главного вождя, и сейчас, в принципе, они сбегаются на вот это все, то есть, ух, его убили, нужно идти помочь, там, расследовать вот это убийство, может, там, кого-то, знаете, они найдут и все такое. Поэтому они так и сбегаются сейчас. Фух, а нам нужно что? Нам тут чувак рассказывал то, что пока мы на него охотились и его убивали, то... Какой-то там самый главный чувак схватил нашего, ну, предводителя ассасинов в Китае, да, вроде. И что-то сказал, что он его убьет, и мы останемся последним ассасином в Китае. Поэтому нам нужно... Нахрена я вылез? И поэтому нам нужно его спасти. Ну, вот так мы тебя и убили. Китай, Китай, Китай. Ну да, в принципе, чувствуется вот эта атмосфера Китая. Очень чувствуется, если честно. Это, если честно, прикольно. Не будет интересно, что будет дальше в следующих частях. Но прежде чем загадывать, нам, наверное, нужно сначала вот эту часть пройти. Так. Угу. Я не знаю, честно, ребята. Я бы хотел знать, но я пока что не знаю, сколько тут... В смысле, сколько тут миссий, насколько продолжительна эта игра. Не будем... Будем надеяться, точнее, что не очень большая. То есть, не серии там 20-30, а около 10. И то, если, было бы круто, если бы меньше еще. Господи, нужно чем-то отвлечь внимание. Она в какую сторону нужна? Вашу мать, я не это хотел. Но этого мы убили. И этого убили. Ну, хотя бы как-то мы справились. Фу, нужно их отвлечь, а мы... Нам лень. Мы их всех убили просто. Вот так, да и все, да, будем мы париться, да, по этому поводу. Зачем, если нам проще пойти и всех раскидать, да и все. В принципе, это не такой совсем необычный, то есть...
тут даже столкновение с одним врагом иногда рискованно, потому что, ну, сами понимаете, то, что... А я правильно делаю? Ну, вроде правильно. То, что даже столкновение с одним врагом, это иногда рискованно, то, что много врагов набежит и... Да что за хрень? А, он запалил того чувака. То, что даже один чувак может к себе там 20 чуваков привлечь и все, и нам жопа, можно сказать. Это не обычность, тут если на тебя там куча врагов бежит, ты не сможешь их всех удержать. Ай, лучше не палиться, ребята. Лучше... О, там собачки. О, ну... Еще лучше, чем я ожидал, наверное. Сейчас, ну пускай вот тот отойдет в другую сторону, а этот придет наоборот сюда. Да вашу мать. Ну ладно. И так его нужно убить будет, ребят. Да вашу мать. И сейчас, ага, ну и сейчас нам наверх нужно. Опять открыть его ворота, да, и пройти дальше. Логично. Ух ты. А ну назад вернись, вернись назад. Нет, я думаю, ой, нет. Сейчас, ребята, мы откроем ворота и побежим дальше. А, вот там, да. Я искал в другой стороне, но она оказалась в этой. Вот эта хрень. Так, дальше, ребята. Открываем ворота. И сейчас нам нужно спасти своего учителя. Нахренеть. Уничтожьте башню. Так, а я правильно бегу? А, то есть можно было вот тут оббежать вот эту всю хрень. Она... Ладно. Ладно. Будем считать, что мы просто не знали. Хотя, может не всю хрень, может там часть. Ну, ладно, то есть. Прошли мы и так, нормально и так. Ну, вот тут мы были, да, тут мы убивали вот тех. Ладно. Да вашу мать! А, ну, вот те испарились, вот эти нет. Ой. Ой. Ну пошли, 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 двигайтесь. Ой, почти запалили. Фу. Давайте, давайте, ребята, уходите. Мне нужно вот туда на окно сверху залезть. Разворачивайся, чувак. Мне их обязательно убивать, или я могу просто-напросто? Мне кажется, будет круто, если мы их просто убьем. А мне кажется, мы туда можем. Вот сюда. Да, нам, наверное, сюда и нужно. Ассасин золота. Ух ты, ух ты. Вас как-то много, ребята, вас очень много.
И нам туда нужно, на самый верх. Ребята, они с ума сошли, если честно. Ну давайте, давайте, валите, дайте я вот эту... Вали. Вашу мать, а. Он сюда будет идти? Нет, вроде нет. Это расследование, то есть он нас не запалил, только что-то подозревает, да? Я надеюсь, он назад смотреть не будет. Да вашу мать, они издеваются, ребята. Ну мы и так сможем их убить. Тревога тревогой, но... Мы и так нормально справились. Ну туда мы уже, к сожалению, не можем, только вот тут. Нижний этаж мы прошли, сейчас верхний, ребята. Быстро открываем вот эту хрень. Замечательно. Дальше. Да вашу мать, ну почему ты так не вовремя? Ни хрена себе, ребята, мы даже с этим справились. Как ты знаете, вообще тогда похрен, мы тупо бегаем да всех убиваем. Так, какую нам сторону? Давайте в эту. Ну, в принципе, туда мы не можем пойти. Так, сейчас. Разгончик и подкат. Опа. Так. Ага, а сейчас нам по этой хрени, да, нужно пройти. Нифига себе. Так, а сейчас куда нам? В эту сторону. Ну, наверное. Так, замечательно. Ребята, вас как-то много. Опять такой же дворец. Убили нашего предводителя. Here she is. Finally. Seagull, I have your precious box. Kill her. Ну, зачем? Я надеюсь, нас никто не запалит. Потому что я вижу врагов тут до хрена, если честно. Быстро! Опа! Так. Убейте солдат Чжан Юна. Это основное задание. 7 солдат нам нужно убить. Охренеть. Они реально думают, я какой-то Рэмбо, ребята. Смотрите, как нам отсюда выйти? Никак. Сам хочет. Вашу мать, ну жопа тебе, чувак. Жопа тебе. Я сказал жопа. Фу, так, ладно, дальше. Дальше, 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 дальше. Сейчас, ребята, просмотрю, куда мы можем пойти. Будем ждать его тут, наверное. Сейчас он вернется, мы его забабахаем и кинем вот туда, чтобы его труп не запалили. Мне кажется, отличная идея. Хотя... Даже так нормально. И сейчас быстренько сюда. Ага. Замечательно. Он сейчас развернется. Замечательно.
Мы прям, ребята, реальные ассасины нафиг. Ой! Вот так. Еще одного осталось. Давай, 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 давай. Со щитом. Давай, крутой чувак, чем мы тебе горлянку. Горло тебе разорвем. Вот так, замечательно. Бронза. Сам ты бронза. А сейчас нам куда? А, все. Сифу. Учитель, прости, я не успел. I was too slow. I should have reached you sooner. I could have stopped Zhang Yong. I could have protected the box. What good is it to take revenge if I keep losing those I care for? I could have saved you. Ну и все, закончилась эта миссия. Я еще, ребят, посмотрю, насколько она длинная была. Будем ли мы продолжать в этой серии или же в следующей. 14 минут, не, ребята, уже давайте на этом заканчивать. Всем спасибо за просмотр, не забываем вступать в нашу банду крутых персов. Все, что требуется, просто на меня подписаться, оставить свой комментарий и поставить лайк. Я буду очень благодарен, если вот это сделаете. И все, ребята, на этом мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.